Здравствуйте, дорогие друзья! Компания Progress Auto рада приветствовать вас на очередном обзоре наших тракторов. Сегодня у нас на продажу поступает Yanmar UM1320D. Соответственно, один из, наверное, таких олдскульных Yanmarщиков, которые готовы вас возить долгие годы. Видно у нас, что по шинам остатки просто гигантские. Регулируемая колея также видно отлично, что можно расширить ее. Сейчас она 70 сантиметров. Двухточечное навесное устройство, если его можно такое назвать. Там у нас цепь внутри, то есть кардана нет. Если захотите переделать на какую-то другую навеску, нужно будет чуть-чуть перемудрить. Ножи отлично видно. Думаю, что остаток у них просто гигантский. Ну, опять же, новые фактически. Фреза с колесиками. Фреза, кстати, 1,10 м. По правой стороне шины смотрим. Также целенькие, с очень хорошим остатком. Но вот здесь у нас присутствуют, к сожалению, растрескивания небольшие. Ничего критичного. Двигатель. Два цилиндра у нас здесь. Естественно, механический ТНВД. Все максимально просто и надежно на века. Коробка переключения передач. Три передачи вперед, одна назад. Три передачи на валу отбора мощности. Раздатка, отключаемый полный привод и блокировка заднего моста. Все это здесь есть. Соответственно, вот они рычаги. Раз, два, три. Наработка. 734 часа. Не готов сказать, на первый или на второй круг, но тем не менее, по состоянию видно, что все, в принципе, достаточно прилично. Почему-то фокус не взялся у нас, но тем не менее, я думаю, что увидели. 734. По остальному все максимально просто, все максимально надежно. Без каких-либо проблем сделано. Сейчас одной рукой не открою, потому что с той стороны защелочка вот эта зажата. Давайте запускать. Должен у нас без сцепления запуститься. Все. Собственно, весь запуск. Микрофон подставим, послушаем, как работает. Я надеюсь, что было слышно хоть сколько-то, как работает трактор, как работает двигатель, потому что работает он достаточно ровненько, без каких-либо замечаний. Для двухцилиндрового мотора очень и очень мягенько работает он. Соответственно, может быть, даже 734 наработка вполне себе оригинальная по характеру работы двигателя. Ну, собственно, такой Yanmarчик, UM1320D, напомню. Теперь у нас продажа. Слава богу, трактора у нас пополняются, ничего не изменилось, поэтому приезжайте, пока есть возможность. Прогресс Авто.